Всем привет, мы продолжаем Пиноккио, и я не знаю, что дальше будет, но интересно. Дурёха. Будет тебе уроком. Хитро, однако. Красивые виды, очень. О, это что такое? Чё? Огонь какой-то. Это что начинается? Это что ли один из нас? Чему? Так, сокращение. Так, сокращение это где? Непонятно, что там взрывается. Вестник Крата, выпуск 1124. Задумка господина Винини сделать марионетку для ратуши в виде веселого героя полицейского кончилась неудачей. Ее стремление подарить горожанам надежного друга и сильного защитника, побеждающего преступников, было неправильным, но оказалось чрезмерным из-за необычного заряда аккумулятора, который новой марионетке превысил емкость, что вызвало цепной взрыв, сбой и серьезные повреждения тела. Городской совет рекомендовал избавиться от марионетки на том основании, что ее внешний вид пугает посетителей. Но господин Винини и налогоплательщики выразили протест, помешав исполнению плана совета. Марионетка и по сей день лежит брошенной позади ратуши, пока ждет ее судебное разбирательство. Что любопытно, даже безназорная марионетка выполняет какую-то часть своих изначальных функций. Особенно это нравится детям, а не к восторге от игры с отзывчивой куклой. В итоге ратушу начали осаждать малыши из трущоб, доставляя недоступ посетителям. И городской совет рассматривает возможность выставить марионетку лишь периодически.
Ну да, что-то не то, видимо, какая-то глюк из-за энергия через край полезла. Ну и все, да, всегда. Так, что у нас здесь? Есть какой-то интересный. Ну вот этот мини такой чебурек. Амулет разрушителя марионеток. О, что-то новое, да? Это вот повышает урон, наносимый марионеткам, который может надеть на марионетку, чтобы получить особые силы. На символе можно запечатлеть информацию о воспоминаниях. Давить. Марионетка палача не знала ни причины, ни смысла. Просто выполняя свою роль. А, кстати, здесь можно будет поставить ее. Это было бы прикольно. Увеличивает урон. И так далее. Так. А здесь у нас что? О! Призрак. Используй звездный осколок неподалеку от босса, чтобы призвать призрака из зова пустоты. Это поможет вашему персонажу пережить сражение. О, интересно. Здесь можно... Можно? Ух ты. Звездный осколок 14. Давайте вызовем. И как он работает? Призвали мы. А как дальше?
босс такой. Полицейский. Призрак. Призрак даже остался. Аккумулятор изрычатым зарядом. Эрго-кристалл сломленный. О, благодарны. Спасибо большое тебе. О, да. О, да. Вот это кайф. Здесь его активировали. Так, окей. Путеводитель Винини. Уважаемые жители Крат, фабрика захвачена марионетками. Какова ни была причина, ответственность лежит на компании Винини. Я Ларинс Винини, и в одиночку останавливаю этих дьяволов. На фабрике сейчас очень опасно. Не заходите сюда и берегите себя. А в остальном я положусь на господина Джепетто, которого доверяю как никому другому. Да спасет вас всех Бог. Наилучшим пожеланием, Ларинс Винини. Интересно. Эрго — это жизнь. Понятное дело, что жизнь. Думаю, мы здесь закончили прийти, а вернемся ночью. Ночью. А сейчас что? А сейчас что? День? Да? Не понял. Дерево не долбится. Может,
Сгоняем, как раз телепортируемся. Да, вот, отель. Нас ждут. Так, а нас кто ждет? Ух ты, что у тебя есть? Не загоняешь на минутку? Давай посмотрим. Я обнаружил следы мощной энергии, исходящей издалека. Еще одна загадка разгадана. Почему бы не сделать ее помощи руке Легиона? Господин Винин, настоящий эксперт по рукам Легиона. Но я тоже умею их делать. Марионеток легко поджарить электричеством. Электрическая рука Легиона будет тебе полезна. О, да. Молния. Сменить. Нить кукловода. Нить след. Так, вот она. Атака электричеством. Вес поменьше. Помощь электрического заряда, накапливаемый заряд, поражение противника электрошоком. Молнию в древнее время читали появлением Божьей власти и ярость. Теперь Божья ярость спускается на землю и испускает прилучение стальных и чудовищ. Ну да, это было бы сейчас вот, самое то. Ничего. Прикольно. Ты собираешься на фабрик, чтобы спасти господина Винини, да? Он богаче всех в Крате, немного эгоцентричный, но хороший человек. Я слышал, он собирался остановить фабрику, надеюсь, он жив, и не хотелось бы потерять лучшего клиента. Ну-ка, а что ты? Я умею обращаться с оружием. Взглянешь? Улучшение мы не можем сделать. Нет, у нас лунного камня нету, это печально. О чем мы поговорить можем? Ну-ка. Обучение о Винине. Господин Винини – богатейший человек в Крате, его компания производит большинство товаров для экспорта из города. Он своеобразный, но добродушный человек, несмотря на его состоятельность. К каждому работнику он относится с уважением. Я слышал, что он собирался остановить фабрику, надеюсь, он жив. Не хотелось бы потерять лучшего клиента. Да. А где батёк? Где батя? Ты спас Джепетто. Замечательно. Джепетто на втором этаже. Ему не терпится увидеть тебя. Ну-ка. Кизя, привет, Кизюня, ах ты, засранец, ну ты чё, это же хорошо, я же... Музыка очень приятная. Камин. Мой камин. Ух ты, электрический стул, что ли? Жесть. Здорово, батя. Ты вернулся. Упроси сентиментального отца за чрезмерное беспокойство о сыне. Помни, что ты мне очень дорог. Даже если я прошу тебя рисковать собой. Кстати, за бульваром Элизион есть фабрика. Она кишит марионетками. Мой друг, изобретатель Винини, отправился остановить их, но так и не вернулся. Пожалуйста, спаси его и прекрати работу в фабрике. P.
Сердце П — источник твоих сил. Собирай кварц, чтобы окрепнуть. Красиво. Помни, этот отель — последнее безопасное место в Крате. Это наше единственное убежище в городе, полное опасностей. Если сюда приберется кто-то с недобрыми намерениями, он сможет натворить бед. Хорошо подумай, прежде чем рассказать кому-нибудь о отеле, особенно если это гвардейцы или алхимики. Сердце П. Используйте ячейки сердца П для активации скрытой способности персонажа. Поместите кварц в сердце П, чтобы получить соответствующий эффект. Заполнив кварцем все ячейки одной группы, вы получите синергический эффект этой группы. Всякий раз при активации эффектов синергии два группы разблокируют следующий этап. Чем выше фаза сердца П, тем больше разнообразие эффектов. У нас два кварца, да? Что это? Продление возможностей. Ошеломление. Продлевает интервал, в котором можно ошеломить. Ячеек. Больше ячеек легенды. Увеличит максимальное число зараженных. Заряженных ячеек легенды. Угу. Ваше. Дольше удар, да, получается? Позволит еще раз уклониться во время уклонения. Вот это офигенно. Больше ампульных. Вот это обязательно. Ого, вот. Это то есть переходы такие, типа. Усиленный ошеломляющий эффект зараженных атак. Повышение АКТ смертельно. Так. Атак. Повышение такая у мини-регена. Продление. А здесь улучшенная регенерация при блоке. Пониженный урон при заряженной ампуле. Пониженный урон при уклонении. Наука. Заряд легиона при уничтожении врагов. Пониженный расход. Усовершенствованная обойма легиона. Ну это все. Усиленный ошеломляющий эффект. Повышенная ТК смертельных атак. Да. Сделаем. И еще, да? Так. Полученная регенерация при блоке. Заряд импульсной ампулы при смертельной атаке. Улучшает заряд при разряженных импульсных ампул. Понижение урон при разряженной ампуле. Блин. Легион. Легион сейчас... Заряд легиона при уничтожении врагов. При уничтожении врага заряжается определенное количество легиона. Вот это было бы тоже интересно. Отлично. И мы перешли, получается, в другую ветку. Это вот сюда, фаза вторая, да? Мы все ближе. Ну вот, фаза данная тоже интересная очень. Про уклонение. Спасибо. Теперь у нас есть молния. Спасибо, батя. С ключом, который я тебе дал, ты можешь попасть на фабрику из ратуши. Винини дал мне этот ключ, а после пропал. Спаси его, если сможешь. Ну давай. Ой, я что-то разрушил. Можно что-нибудь посмотреть? У вас есть поговорить? Ты должен понять, что этот город на смертельной одре. Каменная болезнь стремительно разрастается. Повсюду агрессивные марионетки. Никто не знает, в чем причина катастрофы. Каждый в Крате просто пытается выжить. Поэтому я нашла тебя. Ты наша единственная надежда, марионетка Джапетта. Мы с тобой оба уникальны. Я могу управлять силой Эрго. Именно и... Ее я использовал, чтобы призвать тебя. Пока что это все, что я могу рассказать. Пожалуйста, спаси Крат.
Да. Давай силой воспользуемся твоей. Спасибо. Так, 5 у нас, да? Нам нужно... Так, что она там? Где у нас... Что отвечает? Выдержка. Чуть-чуть выдержку. Это вес и легион. Не так тяжело будет. Немного тяжело говорится здесь, да? Вес. Но я думаю, не так. Жизненная сила. Обязательно. Мощь. Это физатака, да? Да. Угу. Отлично. Спасибо. Спасибо большое. Возвращаемся на нашу двор ратуши. И там уже открываем дверь и посмотрим. А у нашего, тем не менее, видите, Пиноккио нос растет. Так, тень неинтересная, нам туда надо. Туда-туда. Надо будет протестировать на... Ребята, что там? О, прям, ну, то есть район индустриальный. Вход в союз мастерской. Вот она, фабрика Винении. Все, что ты здесь видишь, принадлежит Винении. Светскому льву, гениальному изобретателю, как он сам себя называет. Здесь делают не только марионеток. Почти каждая машина или трамвай вкратце изготовлена на этой фабрике. Разве тебе не интересно, что он за человек? Надеюсь, мы его найдем. Если, конечно, он еще жив. Так, бросательная ампула. А это тяжелый, да? О, нифига себе. Там с колесом. Чувачок с колесом. Ну, я думал, он допрыгнет. Чудесное лекарство. Покупайте чудодейственное лекарство. Чудо-алхимик Кларк Шор, также известный как доктор Панацея, сумел создать лекарство от ужасной чумы, охватившей крат. Сделал из рога единорога, крови двуглавого змеи и вываренной мандрагоры. Кларк Шор испытал его на себе и подтвердил, что она полностью излечивает чуму. Синяя чума не божественное проклятие. Вам больше не нужно бояться. Доктор Панацея Кларк Шор вылечит вас. Цена может быть изменена, поскольку количество товара ограничено. Это понятно. Так, у нас получается на легенду 3 заряда, да? Идет. Здоровяк. Ну, ходит там по кругу.
Там в трубу надо будет лазить, да? Девочка какая-то. Это что такое? Девочка. Фига себе. Она, видимо, помогала работнику. Извини, друган. Мне вот этот мешает, друган. Да рядом. То есть это никакой не удар. То есть это... Я что-то не понимаю. Он... Все рядом, да? Ошеломил, да, ошеломил. Thank you.
здоровяк. Какой барин, да? Кидала, я бы сказал. Так. Почему вот жалко, что здесь не набирается эффект в бутылочке, да, когда уже, ну, извините меня, вот он, по факту, есть телефон. Здравствуйте. О, кратит день опять счастливый. Где же ты был, друг мой милый? Поздравляю тебя, предстоит викторина с королем загадок, самим Арлекино. Цирк попал вообще, Шапито. Ты знаешь, кто я и зачем позвонил? Заметь, твое имя я не спросил. Пусть она будет пока что загадкой. Я их король, так что все в порядке. Разгадывай загадки умеют только люди. У кукол нет ответа и никогда не будет. Спасибо за участие, хочу тебе сказать. Итак, настало время загадку загадать. С утра у меня 4 ноги, днем всего 2, а вечером 3. Если ты скажешь, кто я такой, то я точно знаю, что ты живой. Давайте поставим 4. Правильно, просто потрясающе, дорогой участник. Что? Я не всегда говорю в рифму. Я же карикатура. Я король загадок. Но как знать, может, тебе просто повезло? 2 сломанные часы всегда в день показывают правильное время. И даже марионетка может случайно угадать ответ. И все же уговорите договор. Арлекино, скажи ему, что он получит. Спасибо, Арлекино. Итак, участник, за правильный ответ ты получаешь 3-единый ключ. Повсюду окружают нас двери и ключи. Про них загадок 1000 можно сочинить. Загадку посложнее в другой раз задам. Но сейчас прощаюсь, до встречи, трам-парам. Ваши пружины дрожат. Отлично. Угу. Блин, прикольно, забавно. Очень. Ловушечка, да? А я тебя вижу, да-да-да. Ловушка, висит он там. Тоже мне. И здесь он висит. О, ребята висят. А я вас вижу. Там не забрали еще.
Каждый закрученный вами болт приносит процветание Крату. На фабрике Винения мы создаем будущее. Фабрика Винения. О, да. Нифига, по красоте. Нет, я все-таки... Это очень удобно насчет ручки Легиона, да, то есть он электричеством врубает, да, и это очень классно. Цепь. А что за цепь? Для чего? Наверное, кидать или что-нибудь бить. Или бросить. Дверь открыть там, да? Так, а мы здесь сохранились. А вот эту дверь мы не можем открыть, потому что... А там... Здоровяк. Ну да. Прикольное индустриальное место. А вот это мы дверь откроем? Нет, с другой стороны только. В обходе. А здесь, что говорится мне? Электричество отлично справляется с марионетками. Если вы не гвардеец, держись подальше. Понятно. Ребят, давайте на этом остановимся. И в следующей серии мы продолжим. Здесь мы... Наверное, просто восстановимся. У нас 5. Уже 5 хп. Нифига себе. Это очень полезно в будущем. На этом все. Хорошего настроения. Всем ребята. Всем пока-пока. Увидимся в новой серии.